Всем привет! Пришло время поставить салют на промподшипники. Донором для резьбовой части салюта послужит вот такая рама. Нужно немного проточить. Резьбовую часть проточил, остается просверлить два отверстия снизу, через которые приварится втулка, собственно говоря, вставить ее, отцентровать и приварить. Так, поставили сюда обычную каретку, пока что. С ней будем приваривать. Нас интересует чтобы поровнее стал узел. Ну, не считая того, что сама звезда кривая, в принципе, все нормально.
что, установим педальки на салют. Еще никогда не покупайте вот такие шатуны, полное говно. Полнейшее. Я таких три. Пришлось поменять вот эту звезду на эту, которую мы купили для деда. Но у него очень сильный эксцентрисет. То есть, в общем, она эксцентричность имеет. Что, собственно говоря, и не подошло мне на том велосипеде. Ну, так как этот у нас в качестве гостевого мастерской, можно стерпеть будет.